Говорим о грибках. Вот эти вот все коки, они присутствуют во всех больницах. Я помню, был такой момент, когда одну старую больницу одноэтажного типа, это еще бог знает в каком году были построены здания, хотели отдать под какие-то общежития для того, чтобы люди там жили. То есть палаты отдать, чтобы вот были отдельные комнаты. И санэпидемстанция настояла на том, чтобы это здание было полностью разрушено и утилизировано. Почему? Потому что в любой больнице достаточно большое количество, ну вот это все бич любой больницы, даже несмотря на то, что цивилизованная она или нет. То есть, хоть за границей там говорят, о, высокий уровень медицинского обслуживания и все остальное, невозможно победить стафилококк. Он въелся в стены. Самое интересное то, что у нас люди, которые попадают в больницу, они заражаются этим стафилококком, и потом их безуспешно пытаются как-то вылечить какими-то антибиотиками. Я хочу сказать, что нету панацеи, да, но черный мед – это фульвагуминовый комплекс. Здесь нету меда. Фульвагуминовый комплекс убивает все грибки. Он очень хорошее фунгицидное действие. Причем ему без разницы, какой грибок. Это будет любой из коков. Он даже палочку коха убивает наотмашь.